Еще одна россиянка на льду. Возможно, самое неожиданное попадание в финал Гран-при. С первой же попытки. Первый сезон среди взрослых у 15-летней Анны Погорилой, которая тренируется под руководством Анны Царевой. И она выиграла этап Гран-при Китая, опередив и Сотникову, и саму Каролину Костнер, и стала третьей на этапе Гран-при Франции в Париже. Сама спортсменка признавалась, что в Китае она выбила практически собственный максимум, тем не менее в произвольной в Париже сумела добавить относительно китайских оценок. Пожелаем ей тоже удачи и посмотрим, что она нам покажет сегодня. Лук-стулук очень и очень хорошо. Дыркер чисто. Останется без элемента. Проблема на акселе. Очень обидно. Аксель пока является нередко камнем преткновения для Анны Погорилой. Но в целом, если учесть, что это ее первый сезон на взрослом уровне и сразу же попадание в финал, можно уже сейчас говорить, что сезон получился очень удачным. Очень жалко, что только два места на Олимпиаде и на чемпионате мира для наших девушек. И потому мы увидим на одну талантливую спортсменку в Сочи меньше, чем могли бы теоретически. Но, к сожалению, жизнь такова, что кого-то придется отсеивать. И, соответственно, только двоим российским спортсменкам выпадет шанс откататься на Олимпиаде в нашей стране. Тем не менее, сразу хочу отметить, что Анна Погорила очень достойно ворвалась в число мировой элиты, будем называть вещи своими именами. В прошлом сезоне она была бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров вслед за Родионовой и Липницкой. Ну а сейчас...